Поставляю вам светодиодную гирлянду Бахрома на 150 диодов. Горит она теплым белым цветом. У ней провод тонкий, прозрачный, очень гибкий. Лампочка 5 мм. Горение у ней мерцающее. У ней каждый пятый диод вставлен флеш-лампа, что происходит мерцание. Вот. Высота нитей начинается от 30 сантиметров, вторая идет 40 сантиметров и самая длинная 50 сантиметров. Данную гирлянду бахрому можно подключить между собой. Здесь имеется такой специальный коннектор. Вы берете вторую бахрому, подключаете, и у вас уже увеличивается размер. Можете подключать до 10 гирлянд. Вот. У нее, у этой бахромы, низкое электропотребление. Питается она от сети 220 вольт. Имеется вилка. Данная бахрома у нас морозостойкая. Ее можно использовать как внутри помещений, так и снаружи. Можно украсить фасады, витрины, балконы. Ну, все, что вы пожелаете.